ACCA для меня это новый взгляд на привычные вещи, потому что тот же бухучет, аудит и финансы я изучала в институте, в аспирантуре, но по-другому посмотреть на привычные вещи для меня помогла мне ACCA. Слушателям на программах ACCA DPIFRA, с которыми мы занимаемся по субботам, да, это их выходной, я говорю так: пока ваши конкуренты на рынке труда в этот день спят, отдыхают, смотрят телевизор, вы что делаете? Вы повышаете свою конкурентность на рынке труда. ACCA – это новая ступень, именно как гарантия некого качества и как доказательство этого качества. Ну, насчет городов Европы я не знаю, но по большому счету в России мне, да, с такой квалификацией можно работать в любом городе, ну и в любой там корпоративной структуре.